ты за девчонку дерешься? А вот это мне нравится. Скажи ему, что он замечательный музыкант. Она хочет знать, все ли музыканты в России так плохо играют. Ты похож на моего сына, когда ему было 12 лет. Этот капитан, что он из себя представляет? Они называют его драконом. Его солдаты говорят, что он ими жертвовать не станет. Горыныч мужик честный, порядочный. Таких всегда много недоброжелателей. Кто там воюет? Русские танки против своих же солдат. Там дети. Помогите нам, пожалуйста. Зачем они здесь? Они сказали, они с вами.